Добрый день, уважаемые любители качественной грузовой техники. С вами Санкт-Петербург Солнечный, вопреки стереотипам, и компания Центр прицепной техники. Хотели бы сделать короткое видео по системе гидрофикации двухконтурной для полуприцепа с подвижным полом, полуприцепа щиповоза. Из необычного оборудования здесь вот так исполнен поводок для рукавов высокого давления. Это двухконтурная система. Этот поводок, ну, скажем так, финского типа, который сопровождает рукава при повороте полуприцепа щиповоза и не дает им упасть между лонжеронами рамы, не дает им перекручиваться и так далее. Интересная вещь, очень распространена в Скандинавии. Соответственно, можем также монтировать и мы для вас. Также здесь установлен гидравлический бак Бинота оригинальный, объемом 160 литров. Установили насос аксиально-поршневой производительностью 108 литров для того, чтобы полы работали в необходимом темпе. Так, вот я вам покажу сейчас. Вот он, видите, установлен аксиально-поршневой насос Бинота также. Соответственно, и реализована двухконтурная система с клапаном ограничения давления. Все аккуратно пристегнули хомутиками, аккуратно выполнили, чтобы нигде ничего не перетерлось, не оторвалось и так далее. Ну, конечно, самое интересное, это здесь вот этот как раз поводок, видите, он сопровождает рукава. Благодарим за внимание, подписывайтесь на наш канал. До свидания.